Всем привет! Это обзор улучшенной Hansen лампочки фирмы Xiaomi. LED-лампочка для работы от USB. Помогает мне освещать секретарь по вечерам, потому что лезть включать основную лампочку мне надоело. Да и она со временем начинает пахнуть. Лампочка работает отлично, имеет сколько, по-моему, 5 режимов света, длинный светодиодный модуль. Ну, все уже множество раз это разбирали. Здесь есть и охлаждение от вот типа здесь. А лампочка греется или здесь, или на месте получения питания. Здесь уж по-разному происходит. Соответственно, режим ее работы. Самый малый режим. Сильнее. Еще сильнее. Самый сильный. Сейчас. Собственно, лампочки хватает, чтобы освещать целую кухню на самом деле. Так что, чтобы взять и читать какую-нибудь книжку, очень хорошее приобретение, легко гнется в стороны, можно придать нужную вам форму. У меня она в согнутом состоянии. И, в принципе, отлично себе работает. А, так, если сейчас посчитать, здесь 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 светодиодов лампочки. В принципе, все. Спасибо за внимание.